Кристаллайн, Амовджуж, Патмаканах Пюриц. Первый у меня связан с тем, что Ереван и Париж подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. И в частности, в рамках визита министра обороны Армении во Францию был заключен контракт на покупку французских самокодок «Цезарь». Каким последствиям для безопасности России это может привести, на ваш взгляд? Комментарий, пожалуйста. Вы знаете, дело в том, что Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе. Делают по-разному. Вот это еще один шаг. Мы об этом говорили. Вновь вы видите подтверждение. Руководство Франции руководствуется не интересами Армении, не интересами какого-то конкретного даже одного, но народа, ничего подобного. Париж стремится использовать имеющиеся разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения исключительно собственных конъюнктурных целей. Под собственными конъюнктурными целями я подразумеваю не только личный интерес, так сказать, Елисейского дворца, но и Францию как проводника, так сказать, натовской идеологии. Мне кажется, вот именно так к этому и стоит относиться.